Фотовыставка «Я счастливая мама» открылась в Махачкале. Она посвящена женщинам, которые воспитывают детей с особенностями развития и инвалидов. Все они подопечные Центра развития «Мирадж». Фотографы Аветис Магратумян и Ахмед Ханбурзаев для этой выставки фотографировали мам Центра, чтобы напомнить им об их красоте и силе. Организаторы уверены, такие мамы, как правило, сосредоточены на детях и совсем забывают о себе и своих потребностях. А счастье родителя – это залог комфортной жизни и для ребенка. Выставка в Театре поэзии будет работать до 26 июня. Очень важно для мамы особенного ребенка уделить себе внимание, чтобы восстановить ресурсы. Они целый день то реабилитации, то занятия, то этот. И чаще всего они забывают о себе. Но ресурсы заканчиваются. Поэтому очень важно им подпитать себя.